Привет, друзья! С вами Сольфик. Петь чисто, учимся быстро. Двухголосие, второй класс, номер 40. Разбираем. Размер 4 четверти. При ключе фа диез. Тональность соль мажор. Настроимся в тональности. Хочу обратить внимание на то, что верхний голос у нас будет исполнять скрипка, а нижний – фортепиано. Номер начинается не с полного такта, а из-за такта. В конце у нас есть знак реприза. Реприза – знак повторения. Для начала хочу предложить вам послушать этот номер. Первая нота у верхнего голоса – ре. Послушаем ее и запомним. А нижняя, у нижнего голоса первая нота – нота си, первой октавы. Послушаем ее и запомним. А теперь дирижируем пустые такты и слушаем, как звучит этот номер. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и. А теперь я предлагаю спеть партию верхнего голоса. Как и прежде, нижний голос у нас будет исполнять фортепиано, а верхний – скрипка. Следуем за тембром скрипки, он звучит ярче всего, и поем вместе с ней. Хочу напомнить, что первая нота верхнего голоса – ре второй октавы. Еще раз ее послушаем и запомним. Внимание! Дирижируем пустые такты и поем. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и. Очень хорошо. А теперь я предлагаю спеть партию нижнего голоса. Для того, чтобы петь было удобнее и привычнее, фортепиано и скрипка поменялись местами. И теперь фортепиано будет исполнять верхний голос, а скрипка – нижний.
первая нота у нижнего голоса си первой октавы. Послушаем ее еще разочек и вспомним. А теперь дирижируем пустые такты, следуем за тембром скрипки и поем. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и. Здорово! А теперь я предлагаю усложнить задачу. На этом этапе и верхний голос, и нижний будет исполнять скрипка. Ваша задача – выбрать один из голосов, верхний либо нижний, услышать его и петь относительно самостоятельно. Итак, дирижируем пустые такты, выбираем нужный для вас голос и поем. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и. Замечательно. Итак, мы с вами постепенно подошли к завершающему этапу. Как вы уже заметили, и верхний голос, и нижний в этот раз будет исполнять фортепиано. Ваша задача – выбрать любой из голосов, услышать его и следовать за своим голосом. Итак, дирижируем пустые такты и поем. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и. Thank you.
Здорово! Друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой с друзьями, а также пишите в комментариях, сколько раз вам понадобилось петь этот номер для того, чтобы выучить его уверенно. С вами был Сольфик. Пока-пока!